Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать сегодня в этот прекрасный день и приглашаю вместе со мной приготовить замечательный французский десерт, который называется Нантес. Этот десерт на базе миндальной муки. Очень быстро делается, очень просто и потрясающе вкусный. Вы знаете, каждый регион Франции насыщен своими традициями и так далее. Я живу в регионе Бретань. И здесь кухня достаточно такая богатая, очень вкусная, самобытная. И вот этот вот десерт непосредственно из региона, в котором я проживаю. Ну что, присоединяемся, берем хорошее настроение, одеваем фартуки, немножко свободного времени и вперед! И давайте посмотрим, из чего будет состоять этот десерт. Десерт достаточно богатый и насыщенный. Нам понадобится 300 граммов масла мягкого, 300 граммов сахара, 6 яиц, 80 граммов муки, 200 граммов миндальной муки. Для декорации потом нам понадобится сахарная пудра и ром. Ну и, естественно, наше оборудование, наша чаша, в которой мы смешиваем, венчик, лопатка, салфетка чистая. Разогреваем духовку до 170 градусов и начинаем готовить. Мы смешиваем все наши ингредиенты в одной чаше, все хорошо перемешиваем и затем отправляем в форму. Для начала мы смешаем наше масло и сахар. Отправляем сюда вот так масло. Масло должно быть комнатной температуры. Но бывает иногда так, что мы не успели его выложить. И что я делаю? Просто на такие кусочки разрезаю. И на несколько минут, буквально секундочек, в микроволновку. И оно вот такое мягкое становится, такой консистенции, какой нам необходимо для приготовления. Теперь дальше отправляем сюда сахар. Берем наш миксер и теперь просто это взбиваем. Можно даже сделать еще и в роботе. Отправляем яйца. Мука. И миндаль. И все тщательно, все перемешиваем до однородности. Ром. Где-то 2 столовые ложки. И все тщательно опять перемешиваем до однородной массы. Видите, масса получается вот такая замечательная. И вот так, смотрите, выглядит наше тесто. Видите? Теперь берем нашу форму, застеленную бумагой. Бумага – это форма 24 сантиметра диаметром. И просто выливаем наше тесто сюда. Разравниваем равномерно в форме. Вот видите, вот так выглядит наш пирог. И вот эту готовую форму отправляем в духовку на 35 минут. Вот так выглядит наш десерт готовым. Как видите, все бортики пропеклись, середина пропеклась. Вот такого замечательного карамельного цвета наш десерт. Теперь мы его вынем из формы, немного дадим отдохнуть и пропитаем слегка ромом. И потом покроем глассажем. Я вам сейчас покажу. Берем наш ром. Если нет рома, можно заменить, как я говорила, уже лимонным соком. И просто слегка вот так проходимся по поверхности нашего десерта. Сильно не смачивайте, потому что будет не очень вкусно. Этот десерт на 6 человек. На 6.